Информационное агентство «Русские новости» или в простонародье «Трио» поздравляет телекомпанию «АЭС» с серебряным юбилеем. Трое сотрудников агентства «Русские новости» в разные годы работали на телекомпании «АЭС» – Анна Кулакова, Галина Сотникова и Евгений Альков. Лично я хочу поблагодарить телекомпанию «АЭС» за то, что 14 лет назад взяли на работу хоть и перспективного ученого-биохимика, но совершенно нулевого журналиста. Помогли войти в любимую профессию. А я хочу сказать спасибо «АЭСу» за добрых друзей, ведь в его гнездо слетаются исключительно светлые, окрыленные человеки. Ребята, кто сейчас там работает, берегите друг друга. С вами очень приятно сотрудничать. Желаем редакции новостей хороших новостей, интересных героев для сюжетов и чтобы все события происходили днем, а не ночью. Желаем рекламному отделу телекомпании «АЭС» миллионных контрактов, которые выведут компанию на новый уровень. Желаем операторам, монтажерам и режиссерам телекомпании «АЭС» потрясающих кадров, достойных премии ТЭФИ. Желаем программному отделу креативных муз и веселых синхронируемых. Поздравляем всех сотрудников телекомпании «АЭС» с днем рождения. Желаем крепко стоять на крыле и не бояться никаких, даже ураганных порывов ветра. С днем рождения!